dvhub.ru. Амурской басейновой природоохранной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства при вылове и содержании морских млекопитающих. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ведется следствие. Кроме того, в целях недопущения незаконной реализации и жестокого обращения с морскими млекопитающими прокурором объявлено руководителем предприятий предостережение о недопустимости нарушений закона. dvhub.ru